Саратове местный «Автодор» принимал казахстанскую «Астану». Матч обещал стать напряженным и начался красиво. Длинный пас через всю площадку на Брэндона Фрейзера, и американец забивает с фолом. Сразу же Ики Удано отвечает роскошным реверс-данком. Артем Клименко только развел руками. А вот демонстрируют отличное взаимодействие Майка Даунс и Коти Кларк. Хозяева в своем стиле разили гостей проходами под кольцо. Никто не может остановить Шакила Маккисика. Но и Астана не терялась. Красивейший бросок с отклонением Леонидаса Касилакиса. Фрейзер находит брешь в обороне казахстанцев. Иэн Хаммер в таких ситуациях не мажет. Автодор выходит вперед. Но закрепить успех не удается. Перехват Малькольма Гранта. Его же слепая передача на Ларри Гордона. И счет снова равный. А вот щепотка баскетбольной магии от нападения Астаны. На этот раз в главных ролях снова Ики Удано и Джастин Картер, отдавший идеальный пас. Автодор тоже старался порадовать трибуны. Хотя эффектный евростеп Фрейзера цели не достиг, на добивание подоспел Коти Кларк. Это тянет на лучший путбэк игровой недели. Напряжение растет. Казахстанцы немного поиграли в волейбол, не попадая из-под кольца. Но снова тут как тут Ики Удано. А вот миниатюрный Джастин Робинсон доказывает, что рост не главное. Его бросок не смог накрыть даже Удано, который выше почти на 30 сантиметров. За полминуты до конца финальной четверти Малькольм Грант сравнивает счет. Есть овертайм. Дополнительное время начинается точной атакой Астаны. Снова Грант. Но саратовцы уже просто не могли отдать победу. Ведь в их составе был король проходов Джастин Робинсон. Его прорыв под кольцо ставит в тупик оборону гостей. А вот Брэндон Фрейзер набирает свое 21 очко и ставит победную точку. Суперматч с двумя овертаймами закончился победой Автодора.